Гордон скрыл развод с женой Нозой, но не стеснялся флиртовать с Барановской. Ноза Абдулвасиева одна заботилась о двоих общих детях, пока ведущий мужское и женское пропадал на работе с коллегой. На днях стало известно, что уже больше двух недель прошло с того момента, как ведущий мужское и женское Александр Гордон официально развелся с женой Нозой Абдулвасиевой. Причем сделал это тайно. Незадолго до развода молодая супруга Гордона жаловалась со своего блога в соцсети на то, как тяжело ей одной справляться с двумя детьми во время самоизоляции. Видимо, супруг не счел нужным помогать Нозе с родительскими обязанностями. Но это и понятно. С коллегой ведущей по мужскому и женскому Юлией Барановской ему куда веселее. Любопытно и то, что развод Абдулвасиевой и Гордона был зарегистрирован именно в день рождения молодой и уже бывшей супруги ведущего. Судя по всему, Ноза решила сделать себе своеобразный подарок в виде свободы от отношений с мужчиной, который давно променял семью на работу и сомнительную дружбу с игривой коллегой. Барановская же теперь может не сдерживать свои порывы нежности в отношении Гордона. Он официально свободный мужчина.